Итак, ребят, я очень хочу, крайне хочу пролететь вот туда, в каньон. Давайте попробуем это сделать. Взлетаем. Аккуратненько снижаем скорость и идем вперед. Давайте снизим скорость. Вернее, не скорость, а... Первый раз я делаю так, чтобы у меня скрывался из виду. Так, надо поднять его. Мы поднимаем его или нет? Я его потерял. Я не вижу, где он. Давайте быстренько. Плохая идея, конечно. Поднимем вверх. Очень нехорошо. Он где-то впереди, я его не вижу. Я его поднимаю наверх. Давайте сюда. Если мы его поднимем вверх, он не запутается, правильно? Вон он. Он очень высоко, слава богу. Все в порядке. Теперь давайте посмотрим вниз и отлетим назад, в бок вернее. Все. Вон он. А я переживал. Давайте отпустимся сейчас. Если честно, стремновато, конечно. Если честно, я очень перепугался за то, что он... Так. В какую сторону он летит? От меня он летит, да? Надо сделать так, чтобы он ко мне летел, потому что, ну, реально страшно. Так. Вижу. Блин. Я первый раз, ребята, это вот так вот делаю. По-моему, я себя уже вижу. Это я. Спускаемся вниз. Ой, стрёмно. Так, хорошо, теперь на этой высоте давайте пролетим. Фу, слава богу. Я ж охренеть как перепугался, если честно.
и мне было не по себе. Я нажимаю вперед, и он молчит. Ребят, связь? Связи нет. Нет, вроде связи есть, но я ни черта не вижу. Хотя вот он передо мной летит. Я... Связь пропала абсолютно. Давайте еще раз восстановим. Так, связь вроде есть. Может быть, глушат? Нет, прекрасная связь. А как сделать так, чтобы к нему подключиться? Вот это проблема. Это проблема такая же, как была у парня того. Not connect. Все пишет. Not connect. Выхожу и заново захожу. Может быть, здесь попробуем. Потому что дрон пока висит. Дрон пока нас слышит. Блин, это жесть. Все пошло не так, как положено. Так, 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 хорошо. Мы пытаемся. А сбить дрон у меня даже нечем особо. Ребят, ну это полная жопа, если честно. Я не могу к дрону подключиться. Вот он висит и все. Никак ничего не реагирует. Давай попробуем кнопку посадить. Естественно, тоже ничего не реагирует. Если мы перезагрузим сам телефон, что будет? О, стоп, 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 стоп! Заработал, 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 мой хороший. Садись. Садись. Смысл в том, ребят, вот коннект сейчас произошел, у дрона 53%. Смысл в том, что я был в шоке на самом деле. Сейчас я приходил, и до сих пор у меня руки дрожат, вот если посмотреть. Но смысл в том, что я понимаю, что здесь ни черта не видно, но на самом деле не было коннекта вообще. Я нажал на кнопку «Дом», и в этом случае дрон начал подниматься. Он захотел полететь именно туда, откуда он взлетел. Вы представляете, какой бред? Ха, какая ерунда. Это очень опасно, ребят. Очень опасно летать вот таким образом, когда вы не можете... Если честно, ребят, я вам хочу сказать, что я уже попрощался сегодня с дроном. Я уже с ним попрощался, реально. Я совсем абсолютно... Не ожидал, что может быть такая ситуация, что на прямой видимости в 2-3 метра дрон выйдет из-под контроля и просто не будет никакой... Вот, смотрите, опять, not connect. Может, меня реально глушат, заметили и глушат, потому что... Я не знаю, в чем дело, ребят. Ничего не могу сказать. Безусловно, полетать здесь я уже не смогу. Если говорить прямым текстом, ребят, я обосрался. Я обосрался, что остановить запись экрана, да. Я просто обосрался, потому что дрон мог улететь хрен знает куда, вот туда. И я просто знаю эти места, я знаю эту местность. Я знаю, что... Есть такие места непролазные абсолютно, которым, ну, никак, нет никакой возможности пройти. Это жуть. А если он упал бы в воду, ну, то ему, конечно, совсем была бы абсолютная хана.